стать студентом Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального, при этом не проходив вступительные испытания и задания единого госэкзамена, вполне себе возможно. Правда, лишь на несколько дней. Так называемый тест-драйв школьники проходят прямо в стенах КФУ. Тут они посещают пары, сдают экзамены, записывают лекции и участвуют в семинарах. Каждый из будущих геологов даже получает временные студенческие билеты и зачетки. Все то, что позволяет почувствовать себя настоящим студентом. Происходит процесс погружения абитуриента в студенческую среду. Вот на эти полдня они становятся студентами Института геологии и нефтегазовых технологий. Они могут почувствовать дух наших аудиторий, посмотреть наши учебные, научные лаборатории. И, конечно же, после этого они могут выбрать себе профессию более осознанно. Вот в этом наша цель – проведение такого расширенного дня открытых дверей в формате тест-драйва. Очень весело, интересно, потому что выступают высшие лица института, также выступают студенты, которые рассказывают для абитуриентов, что привлекательно в том или ином институте. Вот, и проводят разные мини-экскурсии, как делали это мы. Получается, сначала у нас была регистрация, где мы зарегистрировали всех участников, то есть абитуриентов. Потом было собрание в актовом зале. Многие школьников задаются вопросом, как пойти учиться на геолога, если не имеешь базового представления и толковых знаний в геологических процессах. А все потому, что школьная программа не предусматривает данную науку. Почему? Непонятно. А пока мы размышляем, как заинтересовать молодежь геологией, Казанский федеральный уже активно знакомит школьников с увлекательным миром науки. Потому что если, скажем, поступают на физфак, институт физики или институт химии, в школе есть предмет физика, есть предмет химия. И абитуриент, который приходит в эти институты, они примерно все-таки представляют, чем они будут заниматься. У нас же такого представления, у наших абитуриентов нет. Они не до конца представляют, чем они будут заниматься, если поступят в институт геологии. Конечно, приятно себя почувствовать студентом этого университета, познакомиться с преподавателями, узнать о университете намного больше, чем написано на сайтах и так далее, самому увидеть процесс работы. И самое интересное, что вот давали зачетки, такого я еще не видела нигде. То есть именно ты проходишь тесты какие-то и готовишься к будущей своей профессии, цели. Я хожу часто в этот университет и чувствую себя студентом, когда я хожу именно сюда. Мне это нравится. Узнал о нем я у классного руководителя, он мне посоветовал сюда сходить. Как правило, данная программа активно пользуется популярностью в дни открытых дверей. И, как можно догадаться, знакомство с Институтом геологии однозначно не заключается в экскурсиях по лабораториям. Все это несет в себе несомненный плюс. Скорее всего, количество абитуриентов будет увеличено в несколько раз. Аделя Шемилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.